Леонід Геннадійович Парфьонов народився 26 січня 1960 року в Череповці в родині інженера, закінчив факультет журналістики Ленінградського університету. З 1989 року на центральному телебаченні, з 1990-го – ведучий інформаційно-аналітичної програми на Медні. З 1993 року почав працювати на новому каналі НТВ, де перезапустив на Медні в іншому форматі. У 1997 році на Медні стало циклом історичних програм з підзаголовком «Наша ера». З 2004 по 2014 – автор документальних фільмів на Першому каналі. Загалом зняв більше 40 документальних стрічок, знявся у 5 ігрових фільмах і 3 відеокліпах – з Васею Обломовим і Ксенією Собчак. Одружений, 2 дітей – син Іван і донька Марія. Вважає себе виключно журналістом і телеведучим і запевняє – він заробив розкіш займатися тільки тим, чим хоче. Їхати в Україну не боїться, конфлікт України та Росії не коментує. Вітаю глядачів 9-го телеканалу. Мене звати Ольга Володимирова і в ефірі наш звичайний проект «Пані та панове». Далі без жодних коментарів, без жодних епітетів. Сьогодні наш гість – пан Леонід Парфьонов. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас чесно називають пан? В Польше называют. Здесь не припомню, но, наверное, тоже называли. Ну, в Польше, конечно. Как ощущение? В Чехии, конечно. Как ощущение? Ну, нормально. В России же тоже называют господин. Угу. Это же понятно. И батона в Грузии. Я никак вас не номинировала, потому что сложно сказать. Журналист, режиссер. Нет, не режиссер. Журналист и телеведущий. Все, больше ничего. Телеведущий. Да, все, все. Идеал. Все. А, нет, это сейчас я буду под стол. Легендарный. Я под стол буду сейчас залезать. Не надо. Это, чтобы вы не любите это. Чтобы не выслушивать, да. Не любите. Не люблю, да. Журналист и телеведущий, все, ничего там больше не надо. Кстати, наши зрители, пользователи нашей странички в Facebook задали такой вопрос. Я не хотела этого спрашивать, но публика просит, в какой момент вы ощутили, если ощутили, что вы остались журналистом, в отличие от ваших коллег, которые стали пропагандистами? Не теоретик, да. Вообще и про себя в частности. И вот никаким самоанализом не занимаюсь. Я делаю то, что я делаю, а вы вольны считать, что это там сохраняет в себе признаки журналистики или начинает уже попахивать на пропаганду. Это... попахивает пропагандой. Это ваше решение, это вы должны давать оценку, а не вот автор сам думает про себя. Здесь у меня сильный журналистский ход. Это джаз, да? А это модерн. Да. И сейчас у меня лиловый период Пикассо. Да, нет, вот если так ты думаешь, то уже все, кранты. Хорошо, тогда ваши признаки журналистики. Ну, они общеизвестны. Ты преследуешь истину. Ты можешь в ней заблуждаться в этом преследовании, но ты заведомо знаешь, что руководствуешься тем, что ты сообщаешь интересные людям, важные людям, что может вызвать резонанс, что тебе представляется частью, ну, существенных каких-то черт жизни, ну, и так далее, да. Ты вообще руководствуешься редакционной политикой, только ее. Вот у нас, мол, есть такой формат, я снимаю фильм, у вас есть программа, и вы сами понимаете, исходя из формата этой программы, что вот это для нее подходит, это не подходит, да, и руководствуясь только этим, а не тем, что у вас есть спонсор, владелец канала, партии правительства, национальный лидер, и еще там что-то там такое. Вот, вы движимы исключительно одним, вам нужен интересный, качественный, лояльный, скажем так, еще какой угодно контакт со своей аудиторией. И ничего другого вы не... То есть мы имеем в виду редакционную политику, очищенную от других политик. Ну, не очищенную, просто не должно быть ничего. Ну, как это все равно, что вода, которая очищена. Ну, если она с самого начала грязная, так она не питьевая уже. Вот, что ее очищать-то? Нет, ну, понятно, что есть издания, не знаю, там, деловые, а есть глянец, а есть то, а есть все. Вот и все. Так что мы, конечно, все работаем в каком-то формате. Вот у меня фильм, там, не знаю, на 2 часа, как вот второй из этой трилогии «Русские евреи», да, и я тоже смотрю, что туда годится, что не годится, что влезет, что лишку, что too much, что, наоборот, недостаточно. Вот, исходишь из этого, но ты исходишь из собственно профессиональных задач. Ты вот в моем случае должен 2-часовую экранную историю интересно рассказать, чтобы людям это было зачем-то нужно, чтобы это держало их внимание, чтобы это сообщало какой-то драйв.
месседж там или какие там еще есть слова. Цепляло. Цепляло, да. Ну, да, есть же разные причины, почему цепляют. Вот. Но ты движим одним, у тебя есть твой зритель, твоя аудитория, и есть ты, твое ремесло. Все. И нет там третьего. Ну, то мы с вами понимаем, находясь внутри, мы уже там вот чувствуем, да, есть эмпатия определенная, наверное, у нас, что вот это уже пропагандизм, а не пропаганда, а не журналистика. А вот публика-то часто же, она не улавливает нюансов. Ну, тогда она сама виновата, значит, она сама не развивается, значит, ей самой можно, знаете, по известному грубоватому определению, хавают только то, что втюхивают. Вернее, втюхивают только то, что хавают. Да, ну, есть спрос, есть предложение, нет, это взаимно. Если люди сами не понимают, ну, есть известные там законы журналистики, люди же что, сами не слышат, что тут в плюс, что тут в минус. Я в армии выпускал газету «Рупор», приходил подполковник Ансимов, вот так стоял над версткой и говорил: так, Парфенов, кого мы отвечаем в положительные плюсы, а кого в отрицательные минусы? Ну, он вот так понимал. Черное-белое. Да, да, разумеется, да. Есть известное определение учебника, что там, не знаю, города не оккупируют и не освобождают, а над ними устанавливают контроль. В журналистике над городом установлен контроль. Ну, все-таки что-то там произошло. Вот. А как только вы говорите, что кто-то оккупант, а кто-то освободитель, это уже это оценка. Коннотация. Это уже оценка, да, да, да. Вы говорите зрителю, как ему к этому отнестись. То есть получается, что будет, то есть мы сейчас просто вот разжуем раз и навсегда, потому что вы все-таки авторитет, да вас ладно, все-таки слушают. Ну, раз и навсегда, это, да, ну, это никогда больше Воробьев не проведут на Микине. Да, сейчас мы разжуем, все сразу поймут. Ну, как и минимум... с того времени все будут просто как читатели «Нью-Йорк Таймс». То есть, если вы видите слово с любой стороны, с российской, с украинской, да, там, оккупированный, там, и так я далее. Я не в этом дело. Я говорю вообще про оценочность, да, мы сейчас не буквально примеру, эти слова. К примеру, да. Мы не буквально эти слова рассматриваем, да. Любые не нейтральные слова, конечно, да. Конечно, да. Вот. В любом случае, когда журналистика заинтересована в одной из сторон, а не сообщает истину с разных сторон, не дает противоположную точку зрения, не дает голоса оппонентам, которые, вот там, не знаю, пресс-секретарь президента чего-то сказал, ну и все, и мы это воспринимаем как истину. Ну так мы просто ретрансляторы пресс-секретаря президента и являемся там вот на службе в администрации и должны туда получать зарплату, и нечего на это называть журналистикой. Ради бога, пусть это будет... Но если мы говорим, что это, наверное, потому что тот-то, если мы зовем какого-то оппонирующего эксперта, который говорит, что это у президента сейчас такая тактика, вот то-то и то-то представлять, а пресс-секретарь так-то и так-то позиционирует нынешние там шаги власти, ну да, нормально, мы сами разбираемся в этой новости, чего там брякнул пресс-секретарь, и людям помогаем разобраться, предоставляя им возможность сравнить различные точки зрения, они скажут, да, что-то... Что-то явно они тут это мухлюют. Ну да, ну прав этот чувак, что он то самое. Ну а что ему иначе бы-то о чем выговаривать? И 15 минут не прошло, у них все готово, что тут они имели в виду. Это же неспроста, как говорил один потребитель аудиовизуальных сигналов. Сигналов, хорошо. Вы родились в Череповце. 70-е годы, ну, такой вот махровый, устойчивый Советский Союз. У вас, насколько я поняла, самая обычная по тем временам семья была, да, родительская? Ну, не очень. Это все-таки большой индустриальный центр. Но они не принадлежали вот. К партийным бомбам? Нет, техническая интеллигенция. Нет, отец был кандидатом наук, главным специалистом завода крупного металлургического. Это, в общем, все так это серьезно. Ну, нет, это, конечно, трудовая интеллигенция. Он был членом партии? Очень поздно, уже больше после 50 лет, потому что там было определено. Я сам был членом партии, как я был главным редактором областного телевидения. Как это невозможно. Они меня чуть было не утвердили, а потом вдруг увидели, что я член ВЛКСМ, и вписали меня. Все, пятно, клеймо. Нет, почему клеймо, пятно? Тогда это был фактор карьеры, тогда кто только не был в партии. Ну, просто от определенной должности, не знаю, главный агроном колхоза уже должен был быть членом партии. Ну, тогда нельзя было быть главным, не будучи членом. Да, его просто назначали, и если
там вот он есть, и его вот надо там выдвинуть, а он беспартийный, так его принимали под эту будущую должность. Так вот было со мной. Вы работали, по-моему, в «Красной звезде», там, в «Правде». Нет, никогда не работал в «Красной звезде». Да, это редчайший случай. Печатались, хорошо, ладно. Нет, не печатался я в «Красной звезде», в том-то и дело. Я печатался даже в «Правде». Я печатался в диапазоне от «Московских новостей» и «Огонька» до «Правды», но никогда не печатался в «Красной звезде». Вычеркиваем «Красную звезду», да, хорошо. Да, да. Было дело на «Страже Родины», такая газета Ленинградского военного округа, но это совсем другое, чем «Красная звезда». Что? Как удалось выработать или получить, или сохранить иммунитет тогда, на будущее? Не знаю, ничем специально. Вот тут вот у меня иммунитет, пойду-ка я привьюсь, чтобы ко мне чего-то не припало. Единственный очевидный иммунитет, может быть, был в том, что в общаге я жил с болгарами, они меня приучили к сухому вину, мне 17 лет было, я был в школьной форме, и в результате во всех редакциях самых забубенных я миновал и водку, и портвейн. Это вот это я могу точно сказать. Алкогольный, вы имеете в виду? Да, да, да. Ну, потому что пили по-черному. Просто в редакциях, в большинстве, которые я видел, как позднего советского времени, а я 17 лет стал работать. Вот. И это просто, не знаю, там к 2-3 часам уже все на бровях. Уже просто еще до обеда можно чего-то тут работать, делать. Вот. Но от обеда и далее все по кабинетам. Ну, денег-то было у людей немного. Они, в общем, конечно, пили приносимые из магазина прямо на рабочем столе. Ну, я не имела в виду, как вы не спились. Я имела в виду, как вы Я вам сказал, я не знаю никаких этих. Могу только единственное, чем поделиться. Как не спился. А про нужно попасть 17 лет к болгарам вообще. Это как минимум. Ну, тогда в советские времена, да. Ну, вот, например, в Грузии пили все, но там не существовало вытрезвителей. И невозможно было представить, что кто-то узюзюкался до такого состояния, что представляет общественное опасность. А Россия сейчас, по вашим наблюдениям, пьющая страна? Гораздо менее. Менее, гораздо чем раньше? Гораздо менее, да. Нет, конечно, есть депрессивные регионы и какие-то эти, но вот раньше, так как раньше пили в городах, как пили на работе, нет, этого нету. И это сейчас немыслимо представить. Выпьем чтобы воды. А, воды-то, ну, пожалуйста. То есть как не стать конформистом, вы не знаете? Послушайте, ну, человек ведь не складывает жизнь так, что потом приедет в Днепр, а его спросят, а что это вы не прогнулись под изменчивый мир и стали ожидать, что он прогнется под вас. Вот. Поступаешь так, как поступаешь, да, делаешь, что должен, и будь, что будет. Это известное жизненное правило. Вот и все. Вы же выжили при этом. Да ведь не грозила мне вроде никогда смертельная опасность. А что такого-то? Почему не выжить-то? Вот. Ну, там дальше бывают какие-то случаи. Ты вот можешь оплачивать такую роскошь там? Быть свободным. Нет, не быть свободным. Заниматься только тем, чего тебе хочется. Например. Вот я эту роскошь оплачиваю. Я страшно избалован в этом смысле. Я давно уже. Ну, вот в нынешнем, этом 21 веке, я точно занимался только теми проектами, которые мне были интересны. И всегда был сам инициатором их. Вот. Ну, то есть могли совпадать какие-то там желания, стремления, мог приходить, не знаю, там Эрнсту говорить в 2007 году, а знаешь, будет 200 лет Гоголю, давай-ка снимем так, чтобы наконец-то компьютерная графика показала бы всю странность этого автора, и вообще сделаем такой новаторский фильм, и всех мы покажем, как можно про литературного классика вот, сделать, чтобы Кафка отдыхает, вот, и Хичкок курит в стороне. Ну, вот и делали. Они правда отдыхают по сравнению с Гоголем? Кафка, конечно, а он это сам знал. Он столько раз ходил, не помню сейчас сколько, типа 8 раз ходил в Праге на представление «Ревизора». Вот. Нет, это как? Но что страннее? Нет, я считаю, что более странного произведения, чем «Нос», в мировой литературе нет. И все, в общем, все, что я читал, в общем, обычно эту точку зрения разделяет. То есть что страннее, что непонятнее всего, как господа сочинители выбирают темы из своих сочинений. Во-первых, ведь пользу отечеству нету решительно никакой. Но и во-вторых тоже нет пользы. Откуда у вас такая хорошая память? Я про это делал, снимал, если это. Потом, это не память, это называется «ничего я не помню, я забыть не могу». Это определение Жванецкого. Это просто, ну, тебя если впечатлило, то вот если меня впечатлило, мне не нужно записывать. Я и так знаю, что не забуду. Врезалось. А если не впечатлило, так записывай, так потом потеряешь, куда записал или еще чего-то. А главное, что записал, но теперь не можешь понять, а что я тут имел в виду. Вот. Ну, потому что это как бы не осталось на клетчатке, не
Не сохранилось значит, памяти. Значит, не так поразило. Да, да, значит, не поразило. И все попытки удержать это в себе ни к чему не приводят, потому что следующие впечатления это вымывают. И даже если вот как бы формальная галочка поставлена, какая-нибудь есть фотка там в айфоне, а потом смотришь, зачем я это снял, что такое? Что это было? Хорошо, давайте к евреям все-таки. Это русские евреи, внимание, русские евреи. К русским евреям, да, к русским евреям. Кстати, один из вопросов, который вот задали наши зрители, почему вы евреев после 18 года все равно называете русскими, а не советскими? Ну, потому что даже Сталин в своей знаменитой работе «Марксизм и вопросы языкознания» признавал, что все-таки тот же русский язык обслуживал царскую власть, какой обслуживает сейчас власть советскую, потому что была такая попытка. Но это все-таки продолжение русской культурной традиции или той русской традиции, которая существовала в это время. Можно говорить о русской культуре там, советского периода. Ну и потом, что переименовывают, что ли, всякий раз? Ну, хорошо, теперь что? Вот Утесов от того, что большую часть времени проработал в советском периоде, он что, перестал быть русским актером? Веселые ребята, и сейчас можно смотреть. Это, знаете, советский предполагает маркировку идеологии, да, что это вот сделано по каким-то советским канонам. Да, они делали это в советское время, но, да, не знаю. Ну, хорошо, вот он пел в советское время, напрасно старушка ждет сына домой, и скажет, она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой. И это главная русская песня про море, так она и осталась. И ничего, раскинулось море широко. Да, советского, да, нет. Да. И, собственно, советское это ничего не пережило. Если чем-то нам Утесов сегодня интересен, то никакими там строчками, которые никто и не исполняет, они уже, по-моему, и даже в этих раскрашенных веселых ребятах там эти подрезаны, когда чего-то страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой там или чуть-чуть, ну, какие-то там совсем такие высокоидейные. Да он их почти ничего этого не исполнял. А это все кануло. Это никто, ну, я не знаю, в каком-нибудь фильме «Анкор», еще «Анкор» вы услышите там «Богатырь, герой, народ советский славит Сталина отца», но как примета этого времени, а не как то, что это все еще живо, и сейчас это кто-то будет переслушивать. Что-то советское в России живо сейчас, по-вашему? Очень много. Ну, вообще мы постсоветская Россия. Да и вы-то, в общем, постсоветская Украина. Это же не что-то, и мы не приклеились к дореволюционной России. Ну, а, вот уж тем более, сложно представить, чтобы Украина при вот к той незалежной 19-го года бумага там слишком, ну, слишком коротка эта традиция, там ничего не успела создаться, никакой государственности. А, конечно, просто это огромный разрыв. У меня про этот фильм «Цвет наций», про фотографии Прокудина-Горского, которые цветные, которые позволяют с сегодняшними глазами посмотреть на революционную Россию и понять, до какой степени мы не совпадаем. Название то же самое, но между нами лежат 70 лет, которые невозможно соединить человеческой жизнью, нельзя передать человеческую эстафету. И таким образом мы не от той России, а от советской. Да, это отчасти другое, конечно, и в очень значительной степени другое. Но, в принципе, это третья страна за 100 лет. Это страшно, страшный исторический опыт. Третья страна, она... За 100 лет, да. Нет, в том смысле, что каждый раз обнуляется, почти обнуляется, понимаю, результат, да. Знаете, как все очки сгорели, вернитесь в начало игры. Ну, вот это вот, не дай нам Бог жить во время перемен, оно же касается вот многих поколений, одно за другим, знаете, наше получается с вами так. Поколение тоже как-то поняло, что не дай Бог жить и в десятилетия застоя, когда 72-й год не отличается от 73-го, а 75-й от 74-го. Чего в этом-то хорошего тоже? Мир в это время ушел в постиндустриальную эпоху, а мы так и продолжали там выпускать больше чугуна и стали на душу населения в стране. И... Ну да, стахановское движение, оно... Нет, стахановское движение тогда не было, но то, что... А укалось еще потом. Да, да, и пожалуйста. Оно имело эхо. Вот здесь Днепродзержинское, и вот райцентр Череповец, но он там раньше был маленький задушевный городок, но в принципе, например, да... Понятно, что они были построены при советской власти не ради жизни на земле, а ради черной металлургии. Да? Это не город ради людей, а люди ради того, чтобы здесь вот выпускать... Ну, и Днепр-то, который от Брянского завода пошел, он тоже пошел в эту сторону. Ну, и Александр, нет, понятно, Поль, нет, который соединил, ну, да, руду. Ну, понятно, да, ну, не важно. Все, да, понятно. Да, да, нет, в том, что там, в принципе, этот индустриальный уклад жизни, да, то, что там
в Англии есть эти страшные оставленные города, да, да и здесь, и там на Урале есть бывшие шахтерские города, которые стоят просто как такие советские Помпеи, какие-то руины. Откуда ушла жизнь совсем? Вот они выкопали уголь, а больше там жить незачем. По своей воле люди... Ушел уголь, ушли люди. Да. А люди больше ничего уже не имеют, те, которые... Не умеют и не имеют, те, которые... Нет, не в этом дело. Это место не приспособленное для жизни. Вот она иначе, иначе здесь жизнь не живет. Они были... Здесь жизнь была насильно туда посажена для добычи полезных ископаемых, а не для того, чтобы вообще жить. Возвращаемся к русским евреям все-таки. Почему они так успешны? Вот в ваших фильмах, и в жизни, и в разговорах, и в рассказах. Ну, потому что раньше всех стали горожанами. 20 век, это же век горожан, например. Ну, вот урбанизацию раньше прошли. Поголовно грамотными были уже на старте советской власти. Да, оседлости и прочие вот эти штуки. Ну и там, за этом закопилась энергия, понимаете, там огромное, несколько веков отложенного успеха, ведь имейте в виду, это огромная компенсаторика. Да? Вот тут есть объяснение в первом фильме, когда к Пинхусу Столярскому в Одессе тащат все еврейские мамаши учиться скрипке, потому что вот она открылась, какое-то поле свободной еврейской карьеры. Портал, фактически. И если ты, и вдруг, а сколько Хейфиц, получается, концерт, а какие... Вот. И музыкальное искусство, да, это же все это описание есть у Бабеля, который там учился, тот же Утесов учился, ну и в конце концов высшее достижение этой одесской школы Давид Ойстрах, сын купца второй гильдии. Ну, казалось бы, купец второй гильдии, это не это совсем не... Это сильно выше среднего сословия. Вот. И тем не менее, как они хотели, потому что они понимали, вот поэтому компенсаторика. То есть надо пользоваться моментом, пока дают. Нет, не только в этом. Нет, не только пользоваться. Конечно, это окно возможностей, которое открылось, в него стремились. Но мы все, в общем, об этом есть целая книжка Иры Меркурия, да, у нас у всех еврейские карьеры. Мы не... Нам не доставалось родительских капиталов. Ну, в том смысле, что в 19 веке происхождение, сословие, которого нет уже давно, и так далее, очень много значили в будущей судьбе. Судьба в очень значительной степени была предназначена. Вот. Еврейская судьба в этом смысле была каждый раз одной. Получает образование, и если способный, он обретает компетенции, и он преодолевает вот эту... предназначен этот скученный мир в национальной общине. Он выходит в большую карьеру. Так и нас, родители, всех тянули получать образование для того, чтобы мы становились профессионалами и могли себя прокормить. И так или иначе, это люди, ну, свободных или почти свободных профессий. Все это и инженерные, и врачебные и прочее. Ну, я говорю сейчас про массовые профессии. Это то, что позволяет там, сям, здесь найти. И если ты... Социально значимый. И если ты одаренный, то ты будешь старшим инженером, потом главным инженером и так далее. Но стартовым твоим капиталом главным является образование, а не то, насколько были богаты родители, чем они до того занимались, где ты именно родился, посчастливилось ли тебе быть столичным жителем. Нет, это... Все это у вас не так важно. Хороший очень пример, безусловно, у вас там все хорошее, но вот пример с Шишкиным и Левитаном, он очень показательный, то есть он должен быть понятен, мне кажется, каждому. Ну, это эмоциональный пример, ну просто, ну, я он не он знаю, понятный. Я не знаю, еврейская или меланхолия как-то тому способствовала, я не знаю почему, но он, конечно, очень тонкий и очень вот это щемящее чувство Родины, которое есть. Хотя я всегда оговариваюсь, возможно, это взгляд северного русского, или, по крайней мере, средней полосы, потому что я думаю, что, скажем, на Кубани восприятие родной природы, на Дону, оно совсем другое. Там гораздо больше такого естественного, брыжущего оптимизма, которого в Левитане нет совсем. И который, в общем, если смотреть все то, что принято считать вот... таким воспеванием родной природы, не знаю, там Есенин и так далее, там всегда очень меланхолические мотивы. Ведь другой Левитан в Советском Союзе, да, конечно, стал, да, голосом вот. Советского Союза. Да, голос Родины. Это... Ну, вы понимаете, как же их много, что если даже эти Левитаны вообще ни разу не родственники. Даже одна такая редкая фамилия,
такой редкий извод этой фамилии Леви, где и Левины, и Левинсоны, которые главный герой разгрома у Фадеева и прочее-прочее, да, и вот Левитан. Да. Еще, если вы откроете Википедию, вы там найдете еще и ученых. Немало левитанов, да. Безусловно. Да. Но вот то, что Юда Бирхович Левитан стал рупором... Ютка, да. Стал голосом вообще Советского Союза. В этом нет нонсенса? Потому что вот антисемитизм вождей, он же известен. Нет. А каких наших вождей? Чего антисемитизм? И тех вождей, не наших. В том-то и дело, что здесь... Или они ценили профессионалов. Он русский. Он русский, он себя реализовывает через русскую. Ну, такая русская речь, такое качество русской речи. Да? А какие знатоки русского языка? Это, может быть, периферийные примеры. Понятно, что, там, не знаю, Лозинский, Пастернак и Маршак, как великие переводчики. Они тоже все евреи. Это одно, да. Но это, может быть, не так убедительно, не так расхоже, не так... На слуху. Нет, не так доказательно, как, например, превращение Карлсона Лилианой Лунгиной и Винни-Пуха Борисом Захадером в русский городской фольклор. Да, уж казалось бы, у нас такой переизбыток медведей. И куда нам ко всем нашим Топтыгиным еще обязательно какой-то должен быть Винни-Пух, да еще он и поет, чего он не делает в Англии. Да еще переводчикам, особенно к мультфильму, выкинуты к чертовой матери и Кристофер Робин, и Ру, и Кенга. Нет, там, он совершенно русский мультфильм, русская история, согласна с этим. Да. И дети потом очень удивляются, когда они видят американские варианты. Они говорят, что это за ерунда. Да. И это же известно, что и в самой даже Швеции, и во всем остальном мире главным произведением Астрид Лингрен является «Пеппи Длинный Чулок», которая у нас совсем не популярна. А вот Карлсон, это понятно кто. Хотя, казалось бы, какие-то такие допущения. «Дом на крыше», «Стокгольм». Все русские требуют от экскурсоводов в Стокгольме визита к дому Карлсона. Ну, Пеппи Длинный Чулок, тут много каких-то таких вот социальных нюансов. Одинокая девочка, это вообще не понятно. А этот одинокий, упитанный в самом рассвете сил, ничего себе, очень двусмысленный персонаж. Очень понятный холостяк, что, мне кажется. Не знаю, очень по нынешним временам. Как двусмысленно может трактоваться. Но, однако же, вот так. А вы любите детские книжки? Ну, я не то чтобы люблю детские книжки, но в этом случае я, опять-таки, как журналист, я смотрю на феноменологию, да, потому что ты смотришь на резонанс, пытаешься понять социальный феномен, в чем в этом, да. Взрослые совершенно иначе же смотрят на детские книжки. Нет, ну почему? Есть детские книжки. К тому же, это западная такая большая традиция, это отчасти и в Карлсоне, особенно в «Алисе, стране чудес» и многих там других вещах. Вот, и толкинистов сколько в результате, да, когда книжка как бы детская, но на самом деле что-то очень многое сообщает взрослым, и с детско-подросткового какого-то возраста можно тянуть свою привязанность, не знаю, к мумитролю, да, на всю оставшуюся жизнь, что-то тебе, вот, ослик Иа-Иа, и до сих пор вот может сообщить такое... В человеческом характере, в созерцательном отношении к действительности, к тому, какое это душераздирающее зрелище, твоя неприкаянность жизненная или еще что-то такое. Тут что-то сказано гораздо большее, чем вот... Взрослые чаще говорят, что курит автор. Детям это вообще не приходит в голову. Вот дети слушают Чуковского, да, им вообще ни Майдадыр, который из маминой спальни, это не кажется. А взрослые читают и говорят, боже, какой ужас. Почему? Да нет, абсурдизм, это известно, детский, это же было всегда формой бегства детских писателей, какой-нибудь Хармс, там, Олейников, Веденский. Почему так много писали детские? Потому что это была форма при советской власти, всегда какие-то нескладуху можно выдать за то, что, ну, вот такие вот детские. Это бяка за каляка кусача, я сама из головы ее выдумала. Что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать, это я ее боюсь. Вовсе не тараканье усище, да. Ну, это написано сильно раньше, чтобы быть намеком на Сталина, в смысле, он еще не был вождем, но то, что, в принципе, это, конечно, о тоталитаризме и о каком-то страшном вожде, который попирает всех. Это да. Ну, поэтому это и живет, поэтому это и оказывается таким долгоиграющим, что спустя время... Мы отвлеклись от повода моего приезда в Днепр, конечно, но не важно. Итак, вы
русские евреи, вы планировали сразу три части? Да, конечно. Или вы... Там естественная периодизация. Одно дело до революции, другое дело 30 лет советской, ну, как бы, юдофилии, можно сказать, и от 48-го года, от убийства Михоэлса, еврейского антифашистского комитета, этой страшной кампании борьбы с безродными космополитами, Россия, родина слонов и прочее, начинается какая-то другая история. Да? У меня на это русский взгляд. Вот, и меня интересуют только ассимилированные, вот те, которые часть русской цивилизации. Третья часть, она будет с открытым финалом или она будет закончена? Нет, ну там же понятно, какой финал. Эта тема в том виде, в каком она досталась нам, тем, кто застали, что такое пятый пункт анкеты советской, она закончилась что-нибудь в году 88-89, потому что в условиях, когда можно выезжать и можно возвращаться, когда эмиграция, это не значит, как на тот свет, когда можно жить на две страны, когда сам человек и государство в этом не принимает участие, это остается его частным делом, решает он себя так чувствует или сяк, у него есть национальная принадлежность, ярко выраженная или нет, он остался в советском безверии, или он покрестился, или он, по примеру, там, предков через два поколения в своем роду вернулся в синагогу. Бог весть, это каждый решает сам. Вот. И значит, в том виде, в каком эта тема достаточно, да, она кончилась. Это другая история, это уже не история, а современность. Вот те стандарты, в которых мы живем, ну, они еще ждут своего описания, если это вообще кому-то будет когда-то нужно. То есть о русских евреях 21 века вам пока нечего будет говорить? Да нет, нечего. Ну, понятно, что это досталось как традиция, определенное обрусение. И все мои знакомые евреи, я в журналистике евреев много, в российской традиционной. Ну, в принципе, это, ну, как и везде. Это космополитская профессия, да. Она вербует не по национальному признаку, а по темпераменту. Вот, как я говорю, во всей группе второго русского все никак не можем завести. Ну, после меня, в смысле. То все они у меня все обрусевшие. Я не знаю ни одного еврея, который бы соблюдал шаббат. Я не знаю никого. Кто-то из них крещеный, кто-то из них... Ну, ортодоксов нет, кто-то, в общем. Кто-то из них... Да, ну, все заняты современной карьерой. Все живут сегодняшней, более или менее космополитской жизнью. Вот этого страха... Национальные черты уже сильно редуцированы. Да. Вот этого страха, который иногда заставляет не говорить, что ты еврей, если у тебя не ярко выраженная фамилия. В них нет этого уже в ваших друзьях? Нет, по-моему, и здесь по этому поводу никто не парится. Ну, сейчас точно нет. У вас премьер страны, ну а у нас с чего вдруг? Да нет, этого вообще, я каждый раз привожу, почему-то все упираются в евреев, а я каждый раз это привожу, и судя по тому, как все неудоуменно, ой, да, действительно, реагируют, это и есть высший показатель того, что это не просто, ну, этого вообще нет, вот этого внимания к национальности, к происхождению, да. Министром обороны России является тувинец, и никого это не смущает, это такая... крохотное национальное меньшинство, что по теории вероятности они никогда не могли бы. Как-то можно командовать русской армией тувинец. Вот. Национальный банк возглавляет башкирка, а Сбербанк возглавляет немец. И могут высказываться какие угодно суждения, но и никогда, ни на каких форумах, нигде никогда не встречал, ни в малейшей степени, что вот был Нургалеев столько лет министром внутренних дел, и как-то татарин у нас главный полицейский. Когда-нибудь придет время, когда вообще национальные вот эти вот штуки, они, ну, изотрутся, да, истончатся? Нет, нет, нет. Конечно, есть много предубеждений, они всегда будут оставаться, потому что люди разные, и первая реакция на то, что человек другой, это на то, что он неправильный, да, есть всякие, ну, что ты как не русский, да, это называется, да. В том смысле, что ты не соответствуешь неким поведенческим стандартам, там, представлениям. Ну, есть традиции. И это нормально, есть предубеждение. Кроме того, конечно, люди не так много ездят, не настолько знакомы со всем белым светом, для того, чтобы точно знать, какие именно итальянцы. Они полагают, что те играют на мандолинах, и вот без конца едят пиццу и говорят «белла чао», там, или что-нибудь там такое. Да, и французы пьют шампанское. Или о том, да, что они, да, все брюнеты жгучие. Да, ну и так далее. Масса есть каких-то стереотипных представлений, масса есть предубеждений, действительно, там, не знаю, англичан считают гордецами, а сколько в мире антиамериканизма, да и у русских-то плохая репутация за границей. Так что вот... То есть это будет всегда, мы не то, что мы сами не доживем, всегда, но, да, истирания. Непредставимо абсолютная толерантность людей просто в силу их разницы
и разной степени готовности принять инакость за, не за враждебность, не за неправильность, не за порог, а за то, что ну, это прекрасно, что мы все разные, что мир так многообразен. Вот. Это свой фильм ну, вы... сейчас какое у всех предубеждение против мусульман? Ну, понятно. И сколько так. говорится о терроризм. Исламском терроризме. Терроризм. Да. Да. ИГИЛ, терроризм, понятно. Да. Да. Но, а вот еще Кондолиза Райс, здравствующая, вполне себе бодрая тетенька, а ведь ее соседка по партии тоже черная была взорвана по дороге в школу, потому что они были девочки из богатых черных семей. Ну ладно, вы разбогатели, но не смейте ходить в престижные частные дорогие школы. Со своим богатством сидите дома. Это было совсем недавно. Да, к сожалению, я думаю, что будут подобные случаи дальше. Вы презентуете свой фильм и первую серию, и вторую в Миноре. В Днепре это новое такое вот здание, новый культурный центр, ну, относительно новое, да? Видели, вы там были? Да, да, конечно. Вам удалось сходить там в музей Холокоста? Нет, я не был. Не попадали? Ну, я знаю. Я всякий раз появлялся строго по делу и... Обычно, да. И удалялся. Кроме того, в первый раз, когда я прилетал прямо впритык к мероприятию, которое было вечерним, а на утро я улетел. Так что просто в это время вообще ничего не работало, по-моему, во всем этом комплексе зданий, кроме того, кинозала, где мы показывали. Ну, Минору вы оценили, она такая красивая, вечером светится. Если будет возможность, посмотрите. Если будет возможность заглянуть в музей, тоже посмотрите очень с любовью большой и там с душой это сделано. Я не еврейка, но я выросла в еврейском дворе, мне это уже понятно и близко, и это все. Это и здесь, в Днепре? Или? В Днепре, вот да. в Миноре, где вы будете, да, там есть огромный музей Холокоста, очень интересный. Нет, вы выросли, это был еврейский двор в Днепре? Да, там еще говорили на идиш некоторые даже люди. Да, я не знал, за Днепром я не знал такой репутации, что Днепр... здесь было такое компактное. А вот да, в Украине Днепр считается, на востоке Украины Днепр считается вообще столицей еврейства, ну, потому что, во-первых, олигархи евреи, которые поддерживают эту тему очень сильно и поддерживали. Вот. Во-вторых, Галич же здесь родился, тоже как бы тема такая. Вот. Нет, ну много и так кто. Далее. Много Шнейерсоны, да, ну и так да, далее. Да. Публика преимущественно еврейская собирается. Нет, мне не показалось. Нет? По первому фильму. И сейчас и в Одессе, и в... Есть, конечно, в каждом зале непременно есть, но мне кажется, что в большей степени это... украинская, русско-украинская во Львове, судя по тому, когда я подписывал, поднесли несколько томов на Медне, я подписывал в конце Львив, ну, понимая, что важно, что, что я тут был, а не они где-то там меня встретили в России, например, да, и тут же все переходили на мову. Ну, благодаря... Ну, это естественно, потому что человек смотрит, и если написано по-украински, то, конечно, он продолжает дальше тогда и сам... Это, ну, это известный психологический эффект. То есть, как бы в этой в подписи, ты, как Кулюш, скоро я перешел на украинский, то они тут же... Вам вот. Понятен украинский, кстати? Ну, в общем, да, но я много занимался словистикой в студенчестве и даже госэкзамены сдавал по ряду языков, поэтому у меня наслушанность на славянские языки, я и польский понимаю, и чешский, чего обычно русские не слышат. Не слышат почему? Ну, надо привычку иметь. Понимаете, ну, скажем... Если говорить по-болгарски, то, как правило, русские не понимают. Если текст, то поймут больше, так же и в украинском. Ну, польский немножко мешает это скопление согласных, трудновато сквозь них продраться, не очень понимаешь, как это читается. Но, в принципе, если у тебя есть навык и есть привычка слышать там корни, которые повторяются, и вот это червони, червени, там, цервени, да, и прочее. Ну, точно так же хорватский, сербский. То ты выхватываешь, да, вот что-то я совсем похоже. Недавно с одним славянским виноделом, то есть он итальянец славянского, я говорил по-болгарски, он говорил по-славянски, вот, мы смеялись временами над тем, как похоже, но по-разному немножко звучат слова, вот, но, тем не менее, все понимали. Вы владеете русским, английским? Каким еще? Ну, какой владею? Ну, да нет, по-настоящему я владею только русским. Ну, хорошо. Следующее у меня по качеству, у меня, очевидно, болгарский и немецкий. А, вот так даже, то есть не английский. Да.
Не английский. Да, да. Не, у меня есть гастрономический итальянский и французский. Меню я читаю. О, гастрономические языки, это отличная. Нет, ну потому что, я не знаю, ну хорошо, они же потом все равно без перевода. Ну, французская кухня у нас не прижилась, но я не знаю, там, как будет по-украински, по-русски, по-польски, по-английски, по-французски капучино. Так ведь и будет капучино. И спагетти карбонары. Вы как, вы что напишете? Макароны, это исходники. Макароны революционные? По-флотски. Нет, по-флотски. А, ну карбонари, правильно. Нет, карбонары — это карбонария. Правильно. Вот, это будет революционерка, стало быть. Класс. Вы не хотите написать что-то вот по гастрономическим языкам? Не надо языкам тащить все в профессию. Не-не-не, а почему? Это же не профессия, это уже как хобби, может быть, нет, или нет, на него нет, времени нет. Я занимаюсь профессией, а не хобби. Надо, это надо разделять, а то это смешение. Совсем тогда не останется свободного времени. Во второй серии, есть ли что-то, что найдено вами впервые, обнародовано впервые? Ну, во-первых, второй фильм, все-таки это 2 часа, серии не назовешь. Понимаете, ну, второй части, нет, такой, нет такой задачи у документального фильма что-то такое принципиально новое открывать. При том, что и евреи, и о евреях столько написано, что трудно сделать какое-то уж принципиально невероятное открытие. Ну, да. Это раз. А потом самое главное для нас — это экранная история, для того, чтобы это смотрелось, для того, чтобы людям это был актуальный киноязык, чтобы это держало 2 часа внимания. Динамика. Ну, да. Чтобы, да, в этом был драйв, внутренняя энергия, какой-то посыл, форма общения с аудиторией, чтобы это считывалось и чтобы хотелось на это откликнуться, ну, хотя бы вниманием, эмоциональным каким-то сопереживанием, впечатлением. Вот, мы же за этим, а не за... За сенсациями. Ну, я не знаю, может быть, для кого-то что-то сенсация, я же не знаю степень осведомленности. Публика может быть с разной степенью подготовленности. Конечно, кто-то приходит, в том числе специалисты, но, слава богу, никто так особенно не говорит, что... Ну и ничего нового. В общем, по-моему, все понимают, что даже если ничего нового нет для специалиста, то главное же не это же не научная монография. Никто в хрониках не узнает своих каких-то там вот... родных, может, какие-то фотографии. Этих ведь хроник очень немного. Немного, да. Нет, ну кто-то что-то и узнает, кто-то говорит о том, что вот, а вот мы там были, а вот бабушка рассказывала, что когда там хоронили Михоэлса, или наоборот, бабушка рассказывала, когда на Белорусском вокзале встречали Ойстраха, или там, ну вот, в общем, вот какие-то такие вещи, да, называют. И, конечно, ну, есть огромное количество там вещей, ну, а что... «Голос Левитана» — это все слышали. Так что тут вот это узнавание, припоминание, представление. То есть это о жизни каждого на самом деле. Ну да, мне кажется, что это все-таки шире, чем и еврейскость, и русскость. Да, это вообще наш 20 век. Я думаю, что о многих персонажах люди не подозревали, что они евреи. Я думаю. Или как-то не откладывалось в голове. Может быть. Ну, и правильно, потому что не евреями они были, они не евреями вошли в наше сознание. Мы вот с вами сколько говорили о Левитане. Его происхождение в этом смысле не имеет никакого значения. На самом просто деле, и в голову не приходило. Изумительный голос. Он, там же вот в фильме говорится, что, ну, у него просто было такое восприятие. Он родился, вырос во Владимире, у него было оконье волжское. Угу. Он с этим приехал. И быстро переучился в Москве, потому что он пытался поступить в школу-студию МХАТ. И, конечно, с этим вот таким вот произношением, на какую сцену можно идти, только если мужиков в пьесах Островского играть. Ну, вот. Ну, это слишком узкое амплуа. Борода, так да, тем более для такого щупленького, низкорослого мальчугана. Ну, вот в 17 лет у него был этот металл, одетый в бархат, как потом будут объяснять этот тембр. А Череповец — это Вологодская область, да? У вас... Исторически это Новгородская губерния, а Вологодская область — это с 1937 года. Ее так скроили при там советской не власти. Конечно, окают. Вы окали? Нет, я не окал, я все время профессией занимался, но я могу переключить и заговорю на... Не, ну это не то, ну в детстве не окали. Но мне мои знакомые говорят, что я в разговоре начинаю, но я знаю за собой в разговоре, я если буду тихо и спокойно и долго говорить с грузином, то я начну говорить с акцентом. Перенимать акцент, да, у меня есть, в одном интервью Шеварнадзе, давно еще в 90-х, там, в 92-м что ли году, да, есть вот прям кусок, когда я сам слышу, что, боже мой, я так включился в этот разговор и в этот темп, и вот это вот...
мы должны понимать, что, да, что... И ты уходишь вот в этот речевой поток. Вы Нет, я просто знаю, как это звучит, и все мне знакомо. И кроме того, ну, скажем, поэзия Рубцова для меня не, с Вологод... не на вологодском диалекте вообще не звучит. Это что-нибудь там... Мне поставят памятник на селе, буду я и каменной на веселье. Я вот, буду долго гнать велосипед. Ну, это еще живет как-то, потому что Барыкиным это было перепето очень, с очень сильным аканьем. Да, таким, ну, как это на эстраде, на наглой эстраде, такой развязанной, принято очень акать, да. Но там топ до топ, от кустика до кустика, неплохая в жизни полоса, пролегла дороженька до Устюга, через город, по тьму и леса. Это так приятно слушать. Да, это вот такое вот так у нас говорят. Ну, а мы все гэкаем и шокаем, нет, даже если еще, говорим по-русски. Еще, да, конечно, нет, но нет, русский вообще очень широкий в этом Кубань смысле. Кубань тоже гэкает и шокает. Да, и Кубань говорит и на Москву, и я тебе говорил за то, что мама приехала там и так далее. И весь юг, и Украина, говоря по-русски, и Кубань, и Ростов, и все, и все говорят, кушают. Это совершенно, знаете, для северного уха, совершенно, я кушаю. Это такое, ужас, такое, да? Такое жеманство, какая-то Мальвина. Откушайте. Мальвина так может о себе говорить, я кушаю. Я ем. Такая по-русски. Деталь в Киеве, вы уже представляли свой фильм. И Леша Дурнев, известный телеведущий украинский, он отметил, что вы говорили на Украине, и вам не сделали замечания. Вы, пожалуй, единственный русский, который приезжает в Украину. Это нужно делать и... замечания, но это не является литературной нормой русской. Это тип... русского языка, который бытует на Украине. У нас сейчас это просто очень остро. И может быть, но это чушь, но нельзя остро, понимаете, нельзя править русский язык из Украины, но это какая-то нелепица. Нет, ради бога, говорите, потому что Россия ни на одном языке не называется Россия. Да, даже по-болгарски это будет Русия через У и одно С. Да. В латышском Россия вообще образована от кривичей. Вот, русский бунт будет кривес бунтас на латышском языке. Да. Ради бога, пожалуйста, как угодно, горшком назовите, только в печку не ставьте. Но в русском нет логики, непонятно, здесь пытаются вводить русский правила. Русский один из самых сложных языков. Нет, сообщаю, по-русски в Сибири и на Урале, и совершенно непонятно, в чем почему тут разница. Почему так или так, да, нет закономерности. Ну, так, более того, у нас же почти у всех регионов, вот нужно говорить в Вологодской области, но почти все регионы еще имеют какие-то еще названия. Вот есть еще такое понятие «вологодчина». Просто когда, ну, поскольку там двигались границы губернии, и что-то исторически относится, но не относится к нынешней Вологодской области, но относится к бывшей земле. И это все называется «вологодчина». Так вот, это будет «на Вологодчине». Нюанс Дурнева был о том, что вас не поправили, хотя националистические настроения, они очень сильные, они очень сильно отражаются в защите языка, такой вот там, где даже и защищать не нужно, бывает такое. Так это а же, значит, это уважают же язык, вас как в Украине. Не на Украине, а в Украине. Может быть. Но чего защищать русский язык? Русский язык как... тот русский язык, на котором говорят русскоязычные украинцы. Ну, это смешно. Чего его защищать? Ну, ради бога, говорите. Кто ж против-то? Вы не боялись ехать в Украину? Да нет, вот это все время меня все переспрашивают. Здесь. Там меня никто не переспрашивает. Вообще представление о том, что кто-то там в Москве страшно там боится. Вот. А потом... В Киеве меня спрашивали, когда мы снимали русских евреев, вот первую часть мы очень много снимали в Киеве, в Одессе, во Львовской области, это был 14-й год, осень 14-го года, все было еще острее, чем сейчас, вроде бы, кажется. Вот. И в Киеве спрашивали, как нам Львов, и как это мы типа во Львове выжили, а я там ни слова, ни полслова, ни от кого дурного вообще не слыхал. И, разумеется, говорил везде только по-русски. Зато во Львове нас спросили, как мы съездили в Хмельницкую область, и оттуда вернулись живы и здоровы. Да-да-да. Потому что мы там снимали каждое соседи какого-то жуткого впечатления. Где мне тоже, но уже и львовяне, которые считают, что даже Хмельничина, она такая... Враждебная, русско-опасная. А, русско-опасная? Ну, для русских опасная, в этом смысле. Их, и скрывал ли я как-то, вот мы там, нет, безбоязненно ли говорили? Я говорю, да, и продукты в магазине покупали, еще чего-то, и куда-то ходили, и дорогу спрашивали. И, разумеется, по-русски. Ну, этому есть ничего, объяснение, безусловно, живы, да, есть этому... Ну, а вот вы меня опять спрашиваете, если нет того объяснения, чего вы меня опять спрашиваете, боюсь ли я? Потому да, что... проджилки трясутся, видите, какой испуганный, сейчас вот залезу под стол. На самом деле в Днепре богатая еврейская история. Может быть, вам придется, снимая третью часть... Нет, третья уже готова. А, все. Нет, уже. Когда она выйдет?
Ну, мы предполагаем, что примерно 15 сентября будет московская премьера, и от нее, значит, российский прокат там и всякие прочие. Вот сюда мы со вторым фильмом приехали сразу после английских показов, лондонских. Вот, еще в 19 аж городов Германии показывают и прочее. В общем, от этого все разверстывается далее. Ну, в любом случае, до конца года мы хотим третий тоже откатать, с тем, чтобы все три фильма стояли на линейке готовности для телеэфира. С антисемитизмом понятно. Вы употребили такое слово, мне тоже понятно, юдофилия. Ну, многие скажут, что... Я вот так вот сделал. Да, в кавычках, я поняла, что это все-таки относительная вещь. Ну, относительная, конечно. Ну, мы же сейчас не будем тут в нюансах копаться. Конечно. Насколько долгий это был период? 30 лет. Ну, во всяком случае, какие-то там были предупредительные звоночки и ранее, но, конечно, вот этот вот крутой поворот и очень четкий водораздел — это убийство Михоэлса в 1948 году и разгром еврейского антифашистского комитета с арестом всех, включая даже жену Молотова, Полину Семеновну Жемчужину. Вот. А до того, конечно, и количественное, и качественное присутствие в самых разных сферах жизни в советской элите еврейской было очень сильным. И, собственно, это и есть период, когда евреи в столицах, в элите, фактически вторая титульная нация, до почти неразличимости уже с первой. Вот кинематограф, журналистика, шахматы, которые тогда в страшной моде, театр... Физика. Да, да, да. Научная школа, музыкальная школа, легкая музыка, да, это вот время супершлягеров. Ну, почему, да, в балете не было еврейских балерин, да? Как это? А, ну, все это семейство Мисс СРР. Ну, это в третьем фильме, она, конечно, послевоенная звезда, но до этого все семейство Мисс СРР, сколько работало. Ну и в качестве балетмейстеров, и в качестве балетных педагогов и так далее. Ну вот нет, они в основном все-таки в педагогике, в хореографии, да. Ну вот Плисецкая, пожалуй, да. Нет, была Надежда Бруштейн, которая более известна под псевдонимом Надеждина, которая ансамбль «Березка», и которая была когда-то самой молодой балериной Большого театра. Она, по-моему, 15 лет, что ли, была принята в труппу, и так и остается непобиваемым рекордом. Ну просто в связи с исключительными данными. Кто для вас главный еврейский писатель? Русского еврейства. Ну, мне, наверное, все три вот культовых поэта 20 века еврейского происхождения, все выкресты, Мандельштам, Бродский и Пастернак, они, ну, мне все три очень дороги. По-разному, и, наверное, самым большим я считаю Мандельштама, и вообще считаю Мандельштама самым большим русским писателем, русским поэтом 20 века. Безотносительно происхождения среди всех. Вот, ну, что еще навскидку? Много. Вот как журналист, я не устаю восхищаться, об этом есть в третьем фильме, то, как, вот какое было в этом смысле журналистское ухо у Оренбурга, как вот он расслышал, чтобы уже осенью 1953 года начать писать повесть с названием «Оттепель». И как потом не говорили одни, что до заморозки это, а другие говорили, что вот по воле партии тут настоящая весна. А прав оказался Оренбург. Это «Оттепель». Как теперь мы знаем даже и из известной песни. Приезжайте с третьим фильмом, вам уже пора. Спасибо большое. Мне очень трудно вас отпускать на самом деле, потому что говорить не переговорить. Вроде все. Спросили, что да. Для начала прощайтесь хотели. По-украински. Прощаться по-украински? Ну, а вы умеете? Ну, как-нибудь попробую вслед за вами. До побачення. До побачення. До побачення. Це був Леонід Парфьонов. Дуже класний, дуже щирий. Принаймні, я жодної фальші не відчула в цій бесіді. Дивіться те, що він вже зробив на сьогоднішній день, там є ключі до того, що він робить зараз і робитиме надалі. І чекаємо на його наступний візит із фільмом «Русські євреї». Так? Дякую. Дякую. До побачення.